Талантливые, активные и целеустремленные. В 9-й раз в регионе проходит молодежный форум «Олимп». Площадка – лагерь госуниверситета на Рубском озере. В течение 5 дней юноши и девушки слушают лекции, проходят мастер-классы, а как итог – разрабатывают собственные проекты. Тема этого года – волонтерство и добровольчество. В этом году у нас на форуме собралось порядка 100 человек из разных муниципальных образований. Впервые в этом году у нас присутствуют гости из Костромы и Республики Башкортостан, и традиционно в рамках форума «Олимп» нас посещают федеральные эксперты. В этом году, например, да, это представители Всероссийской организации «Волонтер Победы», председатель Ассоциации студентов России. Работа на форуме начинается ранним утром. Молодые люди объединяются в группы, занимаются одним проектом сообща. Местные волонтеры направляют в нужное русло, подсказывают, как лучше оформить ту или иную задумку. На форуме я второй год. В прошлом году я приезжала участником, в этом году приехала волонтером. То есть в том году я делала свой проект, мы с этим проектом победили в конкурсе проектов и после вывезли его на федеральный уровень. В этом году решила вернуться волонтером, попробовать себя в новой роли. Сейчас я волонтер-командник, занимаюсь с 15 ребятами, провожу с ними игры на сплочение, участвую с ними вместе в тренингах, вместе, наверное, будем создавать проект. В программе форума запланировано несколько встреч с политическими деятелями. Обсудить с молодыми людьми их инициативы приехал в Рио губернатор Станислав Воскресенский. Главе региона понравилась идея о том, что нужно развивать волонтерские движения не только в областном центре, но и в районах. Опытные добровольцы хотят посетить несколько городов и поделиться опытом с ребятами. Прежде всего, у детей, независимо от того, где они проживают, должно быть в современном мире максимальные возможности по доступу к информации, особенно к образованию. Мы поэтому сейчас выявили все населенные пункты, где в школах плохой интернет. Волонтеры-медики затронули тему здравоохранения, которой в Рио губернатора уделяет особое внимание. Рассказали о социальных проектах, в числе которых помощь в детских домах и больницах. В ответ Станислав Воскресенский предложил войти волонтерам в состав комиссии по здравоохранению, узнать ситуацию изнутри. Мы подумаем, где мы можем действительно опереться на волонтеров. Это не только поездки к детям. Потому меня очень беспокоит, я считаю, знаете, как театр с вешалки начинается, все начинается, вот я внимательно отношусь, какая дорога к больнице, какая дорога к детской больнице, все в мелочах, вообще в нашей работе мелочей нет. Для многих молодых людей это далеко не первый подобный форум. Общение с единомышленниками и встречи с профессионалами помогают четко сформулировать идеи, поделиться ими и воплотить в жизнь. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново, Тейковский район.